Ребятушки, всем привет, всех приветствую на каналчике Toxicool, ФБР на связи, как видите, я вещаю с города Харькова, коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюху, ляля-кебаб, и мы стартуем, ready, steady, go, погнали! Сегодня, ребятки, у нас непростая ситуация, поэтому рекомендую досмотреть видео от начала до конца и обязательно написать свой комментарий по этому поводу. Сколько всякой всячины, ребят. Вид 360. Барахолочка, ребят. Что-то продается. Да. Сегодня вообще потеплело. Барахолка просто тук. Ребятки, и очки. Все есть. Смотрите, сколько народу. Спрашивали, медали-то. С медали. Ну, я такого, ребят, не наблюдаю. Ни медали. Кастрюлю там еще спрашивал. Наша подписчица. Кастрюль тоже не вижу. Сумки. Какое-то такое все. Кофточки. Книжечки. Машинки. Брожечки. И так как золотишко. Игрушки с нашего детства. Портфели какие-то. То что-то интересное, какой-то агрегат, ребят, в сумке. Что оно такое? Кроссовочки. Серпончики. О, смартфон. Типа спидола, да? Вот он вышел. Что тут у нас, ребят? Часы. Ну, золотых нема часов. Просто обычные есть, ребят. Золотых. Я не знаю. Думаете, что золотых пачками часы золотые продают? Ну нету тут такого. Ребят, чтобы золотые часы продавали пачками. Ножки, унитазы. О, с моря классная штука. Аквариум с нашего детства. Мы тоже такое делали раньше, я помню. Морской бой, ребят. Так ты шо. Вот аквариум, видите, какой с уголка. Что-то есть. Ножи. Ножи, ножницы. Хирургические, всякие разные. Тоже ножи. Короче, ребят, что-то да есть. Весы. Телефоны вон сколько хочешь, ребят. Телефонов, спидолы. Пульты, вот видите, кому-то может пригодиться пультик. А это что такое? Заликованные. Короче, ребзики, что-то да есть. Слим, ролики. Фаберже. Сверлышки всякие разные. О, находка. Помните, ребят,
валюту такую. Одесса, привет с Одессы, ребят. Кто смотрит с Одессы, плюсик в комментарии. Для красоты стоят. Скейты. А, вот лесопед, видите, кому надо, 200 гривен. Так ты шо, ля, батя. Красота такая, обстановка, ребят, на базаре. Краники. Сегодня прям есть что выбрать. О, монеты. Монеты, мотоциклы. Монеты, мотоциклы, ребят. Кто там разбирается, напишите, что-то годное есть. Что-то годное есть, ребят. Или нету. Что-то годное. Чашки, нарды, кальяны. Здорово. Кактус. Да ты шо? Тут и ясь, и жерех. Все, что хочешь есть, ребят. О, посуда. Консервация, ребят. Здесь есть все. Купить можно все, что хочешь. Посуда какая красивая, ребят. Цветочки. Короче, ребят, приходите, кому что надо. Бадминтон. Бадминтончик. Магнитофон, гляньте, что новый, ребят. Нулячий. Нулячий магнитофон. Роликсы, шмуликсы. О, фотик какой, ёханый баба. Какой фотоаппарат хороший. Теплинки. На базу. На базу. Огурцы, помидоры. Я думала, ты пойдешь тоже позаглядывать. Да. Тут что-то такое интересное. Что мы можем интересно увидеть, ребят? Ну такое, видите, в основном что-то может кто-то ищет. Штучку какую-то. Вон часы. Тоже золотых внимания. Медок. Такое. Барахолочка. Музычка. Ремни. 18,5 на 3,5. Часы тоже, ребят. Но я не вижу золотых часов прям каких-то там. Такое. Все ширпотреб, ребят. Все в основном такое, знаете. Вроде все есть. Вроде не знаешь, за что зацепиться. О. Они бывают, но... Млыночек какой. О, какие рога, кубки. Смотрите. Ботиночки. Привет, привет. Здравствуйте. Я думал, что такого роста. Я думал, что чуть пониже. Поменьше, мне да. Все говорят. Ну, каждый утро смотри. Спасибо тебе большое за информацию. Особенно, когда дождь, я думаю, вижу, идти мне на работу или есть нет. Есть смысл выходить, да. Или нет, да? Да. А что у вас тут интересного есть? А у меня вот спрашивают много чего. Пишут, говорит, золотые часы, там что-то такое. Я говорю, я не встречал такого на барахолке, говорю, у нас. Я объясню это так. Золотые часы, если нужны кому-то, золотые, позолоченные, какие-либо. У нас есть ряд наших друзей, пару магазинов, мы обеспечим. Вот да. Так вот. Так что да. Хай приходят сюда. Непременно. Да. Приходите, ребят, спрашивайте, вам все подскажут.
все подскажут, все расскажут. Четкий вопрос, будет четкий ответ, и все будет. Говорят, какие-то медали там, золотые часы. Не вопрос. Каждому свое. Кто-то кастрюлю спрашивает, 7-литровую. Все, каждому свое. Много. Вон тут ремешки есть какие. Вот это я помню, когда-то огород копал и такую нашел. Тоже флягу, чи как она называется? Не-не-не, вот это на ремне. Как она называется правильно? Бляха. Бляха, да. Ну да. Чистил, помню, постовое было у меня дома. Да. Я ее очищал, а то по малолетству. Ну да, было дело такое. Было чем мне заняться. Когда жука гонял, а в перерывах... А вы по юности это дело делали. А в перерывах... Вон тоже, смотрите, всякие часики есть тут. Да. Здесь же написано, вот, купим часы. О, да, кстати. Часы. И ремонт, видите, ребят, да, все есть. Да, 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 да. Нам главное, кого, что, четкий вопрос, четкий да, ответ. Да, что интересует. Все будет как в авиации. Что интересует, ребят, приходите. Барахолочка, я думаю, сейчас будет только расширяться, да? Потеплело. Сейчас он сегодня завтра, народу. Завтра, сегодня народу много. Благобазов на ту сторону. Ага. Приедут. Вот так, ребят. Завтра будет больше. Так что завтра приходите. Должен завтра быть аншлаг. В воскресенье. О. Аншлага я не могу сказать, но, во всяком случае, интересно. Будет. На кулису розочка, да? Классика жанра. Да. Есть такие. Может быть, кто-то еще желающий остался. Красивый меч у себя на кулисе. Музыки красивые, кинжальчики. Такое интересного у вас тут много всякого. Ну, все-таки есть за что глазу зацепиться. 80-й год, говорится, здесь. О, Дедушки Морозы. Ну, это, понимаешь, для того, что Новый год, он никогда не заканчивается. Все 365 да. дней. Но, кроме этого, есть люди, которым надо от этого избавиться. Мы это тоже 100%. Понимаем. Все, ребятки, такая сегодня барахолочка. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.